Донорская кровь незаменима и необходима миллионам взрослых и детей, жизнь которых находится на грани смерти. 25 марта в Видновской районной клинической больнице состоялась очередная акция по безвозмездной сдаче крови, на которую откликнулись жители города, сотрудники учреждений и многие неравнодушные люди. День донора, проходивший в Ленинском районе 25 марта, состоялся по графику областной станции переливания крови. Ирина Горбунова, преподаватель школы номер 7, стала донором еще в студенческие годы. Прочитав в учительское приглашение принять участие в безвозмездной сдаче крови, она со всей душой откликнулась на эту акцию. Надо помогать людям. И если я могу вот такой маленькой толикой помочь, то я с удовольствием это сделаю. В первый раз стала донором и дочь Ирины Анна. Без донорской крови и ее компонентов невозможно вылечить детей и взрослых с онкологическими и хирургическими заболеваниями. Она необходима людям, ставшими жертвами аварий, терактов, многих других случаев, когда человек находится между жизнью и смертью. Донорская кровь незаменима. Взрослые пациенты, они могут несколько дней прожить без донорских тромбоцитов. Детишки могут прожить без донорских тромбоцитов ни одного дня. Поэтому каждый день должен быть обязательно прикрыт донорскими тромбоцитами. И вот в связи с этим вот этот план-график, он составляется и очень четко должен исполняться. Донором может стать любой человек, достигший 18-летнего возраста. Александр Хрипушин, житель Москвы, приехал в Видное, чтобы в первый раз принять участие в этом благородном деле. Нормально себя чувствую, выпил уже 4-й чай, вот, чувствую себя уверенно. Сотрудница Центральной районной больницы Наталья волновалась. Она тоже в первый раз сдавала свою кровь. А все люди сдают, и не хочется тоже отставать, поэтому тоже сдаю сегодня кровь. Добровольной сдаче крови приняли участие и курсанты Центра профессиональной подготовки сотрудников полиции. По-моему, дом каждого. Мне не жалко крови для детей. Но то, что я кому-то помогу, вдвойне приятно. Донорам обязательно будет выдана справочка на 2 дня отгула. Это день дачи крови. Еще можно брать дополнительный день к отпуску. И также будет выдана компенсация денежная на усиленное питание в размере 1000 рублей. 25 марта было заготовлено около 20 литров донорской крови. Следующая акция пройдет в Ленинском районе 24 июня. По всем вопросам можно обратиться в отделение переливания крови Видновской районной клинической больницы по телефону 8-495-541-97-22. Людмила Медведева и я, Дамия Наталья Буслаева, Видное ТВ.